комиссаром фестиваля «Киноликбез» Вячеславом Корневым мы прогуливались в сквере. Поговорили об итогах 5-го фестиваля «Киноликбез». Во-первых, некоторые журналисты странно реагировали на вообще-то неумную шутку про Депардье и порнозвезду Сашу Грей. Конечно, их никто не звал. Да и не нужны они на фестивале независимого кино. Кино, со слов Корнева, в этот раз оказалось на высоком уровне. Можно сказать, что независимый кинематограф на фоне продюсерской, бюджетной лабуды в виде легенды о хоккее и битвы за Сталинград рвет вперед. Прогуливаясь, мы не успели поговорить о будущем, не обсуждали тему эмиграции поближе к причалу на набережной лейтенанта Шмидта. Корнев фестивалем доволен. Говорил, что «я пропустил, гуляя по Невскому, лучший фестиваль». Если вам интересно независимое кино, смотрите на сайте киноликбез.ру имена победителей фестиваля, и там же смотрите ссылки на кино. А мы покажем несколько отрывков из фильмов победителей. Ну и зачем ты это сделал, а? Зачем? Только к тете остается ехать. Меня зовут Кардо. Родился я 19 мая 1982 году в Одессе. Моя мать родила меня в морском порту, как только сошла с корабля. Мама очень долго плавала на одном греческом лайнере, который назывался Кардо. Ну и как бы родила меня сразу же, на глазах у всех изумленных выходивших пассажиров. Куда мы его повесим? Как куда?